Единая программа развития и поддержки бизнеса, которую поручил разработать глава государства на расширенном заседании правительства, еще более усилит позитивные изменения в стране и отдачу от казахстанских предприятий. В этом не сомневаются алматинские предприниматели, которые уже не раз смогли воспользоваться мерами господдержки и благодаря этому внедрить новые технологии, расширить ассортимент и выйти на экспорт своей продукции. К примеру, алматинский электромеханический завод недавно стал победителем регионального конкурса «Лучший производитель». Мы гордимся, что сегодня нас оценили, наш труд коллектива. И это нам дает стимул для дальнейшего развития. Это все благодаря правительственным программам, которые вот, дорожная карта бизнеса, потом Лондрис 2020. В Казахстане созданы все условия для ведения бизнеса, для открытия бизнеса, для получения дешевых кредитов, субсидии выдаются, например. Поэтому я призываю особенно молодежь, чтобы активно участвовали в этих государственных программах.